Депутаты городского совета подвели промежуточные итоги оздоровительной кампании 2015 года. 7 тысяч юных северян в этом году уже отдохнули в детских спортивных лагерях. Почти 3 тысячи из них провели летние каникулы на побережье Черного моря. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей работали в 11 образовательных учреждениях Мурманска. За 3 смены в них отдохнуло почти 2000 школьников. На юг и в среднюю полосу России отправились 3000 детей, в том числе 880 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За отдых в оздоровительном учреждении, расположенном за пределами региона, родители оплачивают лишь 10% от стоимости путевки. Билет в летний лагерь, расположенный на территории Мурманской области, а в них отдохнули почти 800 детей, предоставляется бесплатно. Около 3000 у нас отдохнуло на Черноморском побережье. Впервые в этом году мы вывозили детей в Крым, 102 юных спортсмена. То есть те ребята, которые занимаются в детских спортивных школах, отдохнули в Крыму в спортивных профильных сменах. И мы продолжаем развивать вот такую форму работы, как краеведческие туристические поездки. И мы планируем где-то в ноябре-декабре 94 школьника у нас отправятся вот такие поездки по России. Это Золотое кольцо, это Московская область, Санкт-Петербург.